Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корки. Мои хорошие, как-то много последнее время сплетен, разговоров, каких-то домыслов вокруг Алины Кабаевой. Теперь какие-то разговоры о том, что некая акушерка там померла, и чего-то там она знала, какую-то тайну. И эта Кабаева, как там она рожала, она или не рожала на Путину. Сейчас начали опять выставлять, какой он там супер дом или квартиру купил этой Кабаевой. Слушайте, все это попахивает настолько дезинформацией, я вам хочу сказать, что мы сейчас еще раз посмотрим отношения между двумя этими людьми. Аналогичный когда-то расклад я делала, но вообще я не видела, чтобы эти люди вдвоем имели детей. Я не думаю, что дети Кабаева имеют отношение к Путину. У нее-то дети, может, и есть, она мать, но только Путин здесь ни при чем. Но вообще, давайте посмотрим еще раз. Так, это мои дети пищат. Сегодня в доме Ури и девочка Услада. Ури сегодня уезжает в новый дом, еще один мальчик, а Услада составляет ему компанию, потому что ему уже скучно одному. Так, давайте посмотрим. Итак, Путин. Путин здесь еще молодой, зеленый. Какой он был. То есть, я думаю, это он настоящий такой. Очень похож на того плешивенького, который был тогда с Ельциным, да. А Кабаева тоже в пинджачке с орденом. Я уверена, что между ними что-то там, может, и было. Конечно, не исключаю. Но насчет детей давайте разбираться. Итак, Путин, Кабаева. Какие отношения между этими людьми? Отношения. Какие между вами отношения? Расскажите мне. Кто вы друг другу? Рабочие отношения. Тройка пентаклей. Первая же карта. Тройка пентаклей. Разочарование. Даже, видите, королева мечей. Угу. Так, 9 жезлов. Рыцарь жезлов. Угу. Король мечей. Так, хорошо. Ну что, то, что мы видим, это деловые отношения, которые, собственно, приводят к разочарованию. Один человек от другого как будто бы ищет даже в какой-то степени даже какого-то спасения. То есть одному, пожалуй, сложно в этих отношениях, я догадываюсь, кому. Очень возможно, что именно королеве мечей, да, она выпала у нас вместе со сложностями жизненными. Ну, давайте тогда спросим все-таки напрямую. Являешься ли ты матерью детей этого мужчины? Есть ли у тебя дети от этого мужчины? Ты мать его детей? Ты мать его детей? Очень интересно. Карта прошлого и мир. Так, смотрите, у нас, видите, смотрите, две карты выпали, прошлое и мир. Так, значит, что-то было в прошлом между этими людьми, но то, что уже закончилось. Так, что было в прошлом? Были ли у вас общие дети? Были финансовые дела, финансовая помощь. Очень интенсивные отношения были. От императора были интенсивные отношения с императором в новых дорогах, но они закончились по смерти, они закончились. Вот еще одна карта говорит, что сейчас нет никаких отношений, они закончены. Есть ли у вас общие дети? Есть ли у вас общие дети? Еще раз спрашиваю. Другим путем? Нет, не так. Другим путем. Это только фикция. Это фикция про общих детей. Это иллюзии. Это какая-то легенда. Колесо фортуны.
обман. Ну, мои хорошие, видите, обман по колесу фортуны. Кабаева, ты являешься прикрытием для Путина, прикрытием его проблем каких-то или его каких-то ориентаций. Ты прикрытие, мои хорошие. Что еще будем смотреть? Посмотрите, я думаю, у этих людей действительно были отношения в свое время. Ну, могла она быть любовницей, вполне, там на шпагате, там как-нибудь удивляла его. Вот, но те интимные отношения, которые нравятся Путину, Кабаева не в состоянии ему предоставить, понимаете, эти услуги. Вот, потому что Путин, он человек такой, он, ему нравятся жесткие отношения достаточно, отношения с молодыми мужчинами, да, если женщины, то это тоже в извращенной форме, либо их много, либо это жесткие какой-то такой, жесткие отношения, интимные. Кабаева была не готова, видимо, к этому. Отношения, да, у них были, но это в прошлом, они закончились. Все, что касается материнства, это все по колесу фортуны и по обману, по афере. Это все подставная легенда. Кабаева не является, еще раз говорю, не является никакой мамой его детей. Это неправда. Подставная легенда, да, 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 прикрывает его интимные вот эти вот похождения, недочеты, как бы для России, да, скажем так. Потому что, ну, не соответствует он тому образу, понимаете, который, тут скрепы, которые вот в эти всероссийские скрепы входят. Не соответствует, понимаете. И вот обратите внимание, да, пусть даже российские скрепы, но насколько они извращенные, да? По-хорошему, как должно быть? Он же семьянин, он же заботится, чтобы у каждого ребенка были мама и папа, да? Даже в этой легенде какая задумка? Мачо, да, есть любовница, какие-то дети, какая-то тайна. Где твоя первая леди? Нормальная, да, как... Даже Макрон озаботился этим вопросом, и у него есть первая леди. Даже Макрон, а ты чё? Ты чё выделываешься? Тоже мне султан, блин. Понимаете? Даже легенда, она уродская, уродская. Но это легенда, это всего лишь легенда. Кабаева, да, имеет с ним рабочие отношения, финансовые, денежные отношения. Уже не знаю, кошелек там она, кто ему там, или барсетка, или кто... Вот, но не мать его детей однозначно. Все это афера, это легенда для прикрытия. Отношения, да, были, скорее всего, были, но это в прошлом. В прошлом. Сейчас остались только рабочие отношения. Вот мой расклад по этому поводу. Мое мнение. Хотите, посмотрим еще на одной колоде? Ну, давайте. Давайте. Давайте на моей большой, да? Чтобы она не скучала. Давайте. Озадачим ее таким вопросиком. Итак. Передо мной два человека. Являются ли эти люди парой? Являются ли они любовной парой? Любовниками? Мужем и женой? Являются ли эти люди парой? Парой. Мои хорошие. Хоть одна колода, хоть вторая колода, понимаете, хоть на десятой колоде, смотри, эти люди не пара. Нет, если у этих людей общие дети. Кабаева, Путин, если у этих людей общие дети. Король мечей. Нет, конечно, нет. Для чего? Что, нет, давайте так, что между этими людьми, что связывает этих людей? Что вас связывает? Что связывает Путин, Кабаева? Что вас связывает? Что вас связывает? Еще раз, видите, опять та же карта. Вы помните, что выпало у меня? Помните в той колоде? Та же шестерка пентаклей. Материальные отношения. Один другому дает пентакли. Еще раз подтверждение, что можно на один и тот же вопрос дважды достать одинаковые карты. Несомненно. Пожалуйста. Что их связывает?
один другому дает пентакли, материальные отношения. Является ли Кабаева матерью детей Путина? Матерью детей Путина. Ответ нет. Еще раз, ответ нет категорически. Категорически. Если еще кто-то, понимаете, сомневается, мои хорошие, даже не берите дурную в голову. Никаких детей от Кабаевой у него нет. Все это фикция и обман. Прикрытие его гомосексуальных, бисексуальных, его этих отношений еще с садистским наклоном. Все. Точка. Точка. Такие дела.